Уважаемые коллеги, приглашаю вас на мой мастер-класс, который будет посвящен актуальным вопросам протезирования эндодонтальных имплантатов. Я практикующий врач-ортопед со стажем работы более 20 лет. На мой взгляд, самым актуальным вопросом сейчас, по прошествии такого большого периода работы, я считаю, это именно формирование мягких тканей в области установленных имплантатов, потому что от этого напрямую зависит здоровье имплантатов и полости рта пациента. Этому будет посвящена первая часть нашего мастер-класса. Я расскажу вам о способах формирования мягких тканей в области установленных имплантатов, посредством чего мы можем это делать, временных коронок, формирователей десны, какие бывают методики коррекции мягких тканей, посредством каких расходных материалов мы можем этого добиться, как правильно мотивировать пациента и какие сроки лечения могут быть этого. Все будет предоставлено в виде презентации, лично мой клинический опыт, и все будет в виде диалога, и только то, что будет вам интересно. Во второй части нашего мастер-класса мы посвятим его практической части. Вы научитесь снимать слепки открытой и закрытой ложкой с имплантата. Поверьте, здесь очень много нюансов. Поговорим, из чего можно делать ложки, какие требования к ним предъявлять, как просить техников правильно сделать индивидуальную ложку. Поэтому от снятия слепка напрямую зависит качество всей дальнейшей нашей работы. Мой мастер-класс будет интересен прежде всего для практических врачей, потому что все будет проанализировано и показано основами личного опыта, а также и для студентов, поскольку поможет систематизировать их знания о методе дентальной имплантации. Жду вас!